Чтобы убедиться в платежеспособности клиента такси, водитель попросил показать деньги, либо внести авансовый платеж. Ответ пассажира был агрессивным. В Барановичский районный отдел внутренних дел обратился водитель такси, который рассказал, что пассажир повредил его автомобиль марки «Дача Логан». Правоохранители выяснили, что в тот день 60-летний барановчанин выбыл на заказ в одну из деревень Барановичского района. В салон автомобиля присел визуально нетрезвый мужчина, который держал путь в город Барановичи, а это в 15 километров от стартовой точки. Во избежание неуплаты поездки таксист предложил показать денежные средства, либо внести авансовый платеж. Однако 60-летний пассажир отреагировал агрессивно. Далее мужчина вышел из транспортного средства и палкой, которая находилась при нем, нанес не менее 3 ударов по лобовому стеклу автомашины, чем причинил ущерб на сумму 500 рублей. Я никуда не поеду. Довези. Я говорю, без денег я никуда не поеду. Все. Водитель сразу обратился за помощью к правоохранителям. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело.